Война – это беда для всех. Но мне кажется, самые большие страдальцы – это совсем невинные, непричастные к войне люди, дети, женщины. Мне кажется, что вот эта тема в стихах Бориса Слуцкого выражена очень ярко. Стихи он написал, он сам участник войны, написал эти стихи после войны, уже посвятив их Илье Оренбургу, «Лошади в океане». Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый. Океан старался превозмочь, трюми добрыми мотая мордами. Тысячи лошадей топтались день и ночь. Тысячи лошадей подков 4000 счастья все же они не принесли. Мина кораблю пробила днище далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли, лошади поплыли просто так. Как же быть и что же делать, если нет мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров в море синем. Остров плыл гнедой, им сперва казалось плавать просто. Океан казался им рекой, но не видно у реки той края. На исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все, а все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли. Та-ра-да-ра-да, та-ра-да-да-да.